Добрый день! В эфире «Парасад» – программа «Казыбаев Юниверсити». И с вами ее ведущая Карина Сарбаева. В ближайшие 20 минут вы узнаете последние новости крупнейшего университета нашего региона. Мы расскажем о его студентах и преподавателях. Не переключайтесь! С рабочим визитом в ВУЗ посетили сенатор Ольга Перепечина и депутат Мажилиса парламента Петр Шарапаев. Они ознакомились с ходом строительных работ 11-этажного учебно-лабораторного корпуса. Данный проект реализуется по программе «Дорожная карта занятости 2020». Объект растет на глазах. Уже установлены сваи и возведен первый этаж. Сдать в эксплуатацию корпус планируется в декабре 2021 года. Здесь разместятся 73 современные лаборатории и аудитории для обучающихся. Пир два этажа, то есть как раз на первом этаже в основном сервисные помещения, это кафетерии, это зоны отдыха. И, соответственно, второй этаж в основном лекционной аудитории. Причем мы сделали таким образом, администрация в этом корпусе не будет, все для студентов. В конце ноября в ВУЗе состоялось открытие АБАЙ-центра на базе Института социально-гуманитарных исследований Рухани Жангыру. Какую деятельность осуществляют в нем ученые, студенты, педагоги, узнавали наши корреспонденты. Открытие научно-методического центра АБАЙ-Орталыгы было реализовано в рамках празднования 175-летия Великого казахского акына. В церемонии открытия приняли участие ведущие ученые, абайведы, педагоги и студенты. Здесь будут вестись научные исследования, осуществляться популяризация литературного наследия Абая Кунанбаева. Центр вошел в структуру Института социально-гуманитарных исследований Рухани Жангыру нашего университета. Этот научно-методический центр имеет очень много задач перед собой. Первая – это научная задача. В рамках этого центра будут проводиться научные семинары, конференции для магистрантов, обучающихся нашего университета. Также методическая цель этого – мы планируем издание всевозможных методических пособий, совместная деятельность с ППС факультетов и учебных заведений других регионов. В этом центре будет издаваться вся методическая литература, которая позднее станет основой для библиотеки Абая и этого центра. Данная площадка выполнена с применением технологий дополненной реальности, что позволяет изучать творчество, биографию Абая и научные труды о нем, воспроизводя музыку, видео и объекты живой 3D-картинкой. Эта функция доступна всем. Достаточно просто скачать специальное приложение на свой смартфон и навести камеру на объемные стенды в аудитории. Изображение оживет и расскажет заложенную информацию. Приложение Look AR – это наша разработка, моей компании. Суть приложения заключается в том, что наводим на картиночку приложение камерами телефона, и картиночка оживает. Могут воспроизводиться 2D-объекты, 3D-объекты, музыка, видео и так далее. То есть, что в голове у тебя ты придумаешь, что ты можешь изобразить именно в дополненной реальности. Соответственно, ее можно использовать во многих сферах, таких как стенды, баннера, журналы, альбомы, фотографии. Центр для студентов станет небольшим своеобразным музеем. С помощью новых технологий собираются популяризировать творческое наследие Абая прежде всего для молодежи. Трудно переоценить роль Абая не только для казахстанской, но и мировой литературы, музыки, философии. Думаю, знакомясь с его словами назидания, каждый найдет решение своих проблем. Если мы хотим модернизировать национальное сознание и создать конкурентоспособную нацию, мы должны внимательно читать произведения Абая и взять все самое лучшее из его идей и мыслей. Абай Кунанбаев как мыслитель, поэт, просветитель, основатель новой литературы нации, переводчик и композитор оставил неизгладимый след в истории страны. В его стихах и назиданиях были отражены мировоззрение, религия, менталитет, язык и сам дух народа. Позже все это превратилось в уникальное явление – мир Абая. Окунуться в эти глубины поможет Абай-центр Казыбаев Юниверсити. Здесь также будут проходить конференции и беседы, посвященные его творчеству.
Планируем, что здесь будут проводиться экскурсии, что студенты будут приходить в этот центр, ознакомиться с научно-технической возможностью нашего стендового ряда. Также, кроме этого, мы думаем, что здесь будут работать наши магистранты, наши студенты. Будут открыты часы определенные, когда можно будет посетить кабинет и здесь воспользоваться библиотекой. Я думаю, что в этом центре найдут возможность работать не только филологи, историки, студенты гуманитарных дисциплин, но и также студенты других дисциплин, других образовательных программ. Потому что наследие Абая – это в первую очередь духовный, нравственный и литературный потенциал, который должен быть использован нашими студентами. В ближайших планах у сотрудников центра проведение мероприятий со студентами в онлайн-режиме, а затем выездных семинаров для школьников. Уже с 25 января студенты первых и частично вторых, третьих курсов выйдут на обучение по смешанной форме. Это значит, что хоть и лекции останутся у них в онлайн-режиме, однако практические семинары и лабораторные пройдут здесь, в стенах Альма-Матер. О том, какие санитарные нормы будут соблюдаться при этом, узнаете из подготовленного нами ролика. Мы продолжаем знакомить вас с откликами и воспоминаниями выпускников о нашем университете. Студенческие годы – самые светлые, беззаботные и яркие. Они остаются в памяти надолго. Я являюсь выпускником университета имени Монашеского Забаева, город Петропавловск. Поступил в 2013 году, закончил в 17-м специальность физкультуры ФКС. Я хотел бы отметить, сейчас является заведующей кафедрой Батяев Сергей Викторович. Он очень мне помогал всегда, везде, всегда поддерживал, где-то что-то, какой-то вопрос возникнет. К нему обращались, он всегда рад был помочь. Есть много преподавателей, там, Наумов, есть Тулаев. Огромное спасибо им за предоставленный такой свой вклад в меня, в развитие спорта. Я участвовал в универсиаде в 2017 году. Это был Тайбэй, проходил чемпионат, я стал чемпионом. Я сейчас на данный момент также являюсь спортсменом действующим, также выступаю, тренируюсь, это как моя работа. Вот. А так, после завершения карьеры, конечно, это очень помогает, так как сразу у тебя есть такие моменты, что о тебе как бы знают, и знают, что у тебя высшее образование, сразу приглашают на работу по спортивной сфере. Преподавателям огромное здоровье, чтобы не болели, так как, знаете, сейчас очень трудное время. Берегли себя студентам терпения и целеустремленности, чтобы старались, учились. Хочется сказать вам огромное спасибо за все те знания, которые вы в нас вложили и которые мы сегодня успешно применяем
на практике. И я хочу отметить, что на республике наш Северный Казахстан считают кузницей кадров именно журналистов. И наши ребята без труда устраиваются на любые республиканские каналы, в любые издания. Им везде рады. Хочется пожелать нашему вузу, любимой кафедре, конечно, только процветания и дальнейших успехов. Чтобы ваш интерес и преданность любимому делу никогда не иссякали. Достойной оплаты труда, талантливых студентов, новых идей и возможностей, массу возможностей для их реализации. В то время открыли лицей педагогический, и я проучилась в лицее 3 года, и потом сразу пошла в университет. Если я хорошо помню, это было 94-98 год университет, очное образование. Первые 2 года мне преподавала Дина Хусаиновна, она потом ушла в университет, благодаря ей научила говорить по-английски, потому что до этого я по-английски не говорила. Потом преподавала Ираида Ивановна. Я много чего помню. Я помню всех учителей, конечно. Я помню все наши чаепития. Студенческие годы, они всегда лучшие годы. Вот они у меня лучшие годы остались в памяти. Я им бесконечно благодарна, учителям. И я до сих пор в контакте и с учителями, с некоторыми, когда приезжаю в Петропавловск, мы были в университете. И с нашими студентками. Я учитель английского и немецкого языка. Во Франции, я живу во Франции, в провинции Шампань, живу в столице Шампани, в Реймсе, и работаю в 60 километрах от Реймса, в маленьком городе Вузье, и работаю там учителем. Высшее образование нужно получать, оно помогает в жизни, это единственное мое образование, которое мне помогло и выехать во Францию, потому что вначале я работала переводчицей, познакомилась с будущим мужем. Образование, которое мне помогло здесь найти работу, иначе бы я не знаю, что бы я делала во Франции. По моему мнению, в Казахстане, в России, либо во Франции, везде нужно высшее образование. Моим научным руководителем был Казбек Нельч Балатбаев. Вот. И запомнился он мне, конечно, больше всего. Вот. Антонина Николаевна Дюрягина. Это вот 2 моих таких непосредственных руководителя, с которыми я прошла вот эти вот 7 лет практически своей жизни. Вот. Но Казбек Нельча уже сегодня нет с нами. Но я ему, конечно же, до сих пор благодарна. Том, что чему он меня научил, и вот это человеческое, наверное, вот такое отеческое, может быть, воспитание, забота, они мне, конечно, в жизни очень пригодились. Когда училась в школе, усиленно учила химию и биологию, вот, для того, чтобы поступить в университет. Ну, так сложились обстоятельства семейные, что не удалось мне это сделать, и поэтому мой выбор вот как раз-таки пал на специальность, которая непосредственно связана вот с этим, то есть, который мог предоставить наш университет, это химия и биология. Университет дает базовое образование. Все, конечно же, зависит от человека, от самого, насколько он целеустремлен, насколько он заинтересован в этом. Но сейчас я могу сказать то, что мне, конечно же, помогло это все. Уровень образования очень высокий, так как штат преподавателей, которые в университете работают и по сей день, естественно, очень высокий. Поэтому мне, лично мне, я не могу говорить о других людях, но мне лично, конечно же, это очень помогло и дало вот путь в жизнь.
Это все новости на сегодня. Смотрите нас на сайте nkzu.kz. Следите за новостями университета в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте. Наша следующая встреча состоится ровно через неделю. В это же время на этом же канале. До свидания.